Меня приняли в Берлин, в школу искусств. И без персоналки меня то не зачислят никак. Ну подумай, покрути в голове, попробуй, поищи, кто эти девушки, что у них вызывает страх, в чем природа этого страха. Я не хочу детей. От меня не хочешь? У меня подруга подрабатывает непрофессиональной моделью. Мне тоже стало интересно. На любые вмешательства необходимо согласие родителей. Мне уже 18. Мы в Москву едем, нам фотографии для портфолио нужны. Да вы не понимаете, как это быть одной! У нее съемка была? Нет. Но я готова. Раздевайся. Ты что, псих, что ли? Что-то не так?